Последние советские годы, что я помню, чувство стыда не покидало. За обвешанного орденами и звездами Брежнева и за то, что Кремль в народе прозвали комфортабельным домом престарелых. За пустые прилавки. Планы выполняем, перевыполняем, а в магазинах ничего нет. Где же наше молоко, мясо? Я росла серьезной девчонкой, настоящей пионеркой. Теперь у всех такое мнение, что раньше в пионерскую организацию загоняли. Никуда не загоняли. Все дети мечтали быть пионерами, ходить вместе с барабаном, с горном. Теперь пионерские песни «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой?» «У власти орлины орлят миллионы, и нами гордится страна». В нашей семье все-таки было это пятно, что папа сидел. Мама боялась, что меня не примут в пионеры или не сразу примут. А мне хотелось быть со всеми. Обязательно, да. Ты за кого? За Луну или за Солнце? Устраивали мне допрос мальчишки в классе. Тут надо быть начеку. За Луну, правильно. За советскую страну. А скажешь за Солнце, за проклятого японца. Засмеют, задразнят. Клялись мы друг другу. Мое поколение выросло с папами, которые вернулись или из лагерей, или с войны. Единственное, о чем они могли нам рассказать, так это о насилии, о смерти. Они редко смеялись, много молчали. И пили, и пили. В конце концов спивали. Второй вариант. Те, кого не посадили, боялись, что посадят. Все это не месяц или два, а годами длилось, годами. А если не посадили, то вопрос, почему всех посадили, а не меня? Ой. Да, а не меня. Что я делаю не так? Дарила ему военные игрушки, танк, оловянных солдатиков, снайперскую винтовку. Он же, мальчик, должен стать воином. Инструкция к снайперской винтовке. Снайпер должен убивать спокойно и выборочно. Сначала хорошо познакомиться с целью. Почему-то это считалось нормальным, никого не пугало. Почему? Психика у нас была военная. Если завтра война, если завтра в поход. Других объяснений не нахожу. Нет у меня других объяснений. Сейчас уже реже дарят детям сабельки, пистолетики, пиф-паф. А мы? Помню, как я удивилась, когда кто-то из учителей в школе рассказал, что в Швеции, что ли, запрещены военные игрушки. А как воспитать мужчину? Защитника. Срывающимся голосом. На смерть, держи равнение, певец и всадник, бедный. По какому поводу не соберемся, всегда через 5 минут вспомним войну. Часто песни военные пели. Есть ли еще где-нибудь такие люди, как мы? Поляки жили при социализме, и чехи, и румыны, но они все равно другие, молчит. Не знаю теперь, как выжить, за что уцепиться, за что. День смерти Сталина. Весь дом вывели на линейку, вынесли красное знамя. Сколько длились похороны, столько мы стояли по стойке смирно. 6 или 8 часов. Кто-то падал в обморок. Я плакала. Как жить без мамы, я уже не знала. Но как жить без Сталина? Как жить? Почему-то я боялась, что начнется война. Я долго была сталинской девочкой. Очень долго. Очень. Да, это было. Было со мной, с нами. Без той жизни я останусь с пустыми руками, без ничего. Нищенка буду. Я гордилась нашим соседом, дядей Ваней, герой. Он вернулся с войны без обеих ног. Ездил по двору на деревянном самодельной коляске. Звал меня, моя Маргаритка. Чинил всем валенки и сапоги. Пьяный пел. Дорогие братишки, сестренки, я геройски сражался в бою. Через несколько дней после Сталина, смерти Сталина, прихожу к нему. Ну что, Маргаритка, сдох этот? Это он, о моем Сталине. Я выхватила свои валенки. Как вы смеете, вы герой, с орденом. 2 дня решала. Я пионерка, значит, я должна пойти и рассказать о дяде Ване, сделать заявление. И это абсолютно серьезно. Да, как Павлик Морозов. Я могла донести и на своего отца, на мать. Я могла, да. Я была готова. Возвращаюсь из школы, а дядя Ваня пьяно валяется в подъезде. Перевернулся со своей коляской и не может встать. Мне стало его очень жалко. Смерть похожа на любовь. Последнее мгновение темнота, страшные некрасивые судороги. И смерти нельзя вернуться, но из любимых мы возвращаемся. И можем вспомнить, как было. Вы тонули когда-нибудь? Я тонул.
Чем больше сопротивляешься, тем меньше сил. Смирись и дойди до дна. И тогда, хочешь жить, пробивай небо воды, возвращайся. Но сначала дойди до дна. Спасибо.